1 ноября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяса Умаханова. Ильяс Умаханов поздравил главу государства с прекрасной организацией парламентских выборов в Азербайджане в соответствии с самыми высокими международными стандартами, подчеркнув, что в ходе наблюдений, проведенных в 15 избирательных участках, они стали свидетелями прекрасного настроения избирателей. Ильяс Умаханов отметил, что различным политическим партиям и международным наблюдателям были созданы все необходимые возможности для наблюдения за ходом выборов. Ильяс Умаханов также сообщил о проведении обмена мнениями с зарубежными коллегами об использовании опыта Азербайджана в области организации избирательного процесса. Глава государства выразил удовлетворение активным участием миссии во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильясом Умахановым в наблюдении за ходом выборов в Азербайджане, подчеркнув, что в стране созданы необходимые условия для ведения международными наблюдателями и наблюдений во всех избирательных участках. Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане проведены важные реформы для того, чтобы избирательный процесс был максимально прозрачным, качественным и отвечал самым высоким стандартам. Сообщив, что за избирательным процессом наблюдали представительные делегации международных наблюдателей, международные организации, тысячи местных наблюдателей, был проведен экзит-пол, а в избирательных участках установлены веб-камеры, глава государства отметил, что проделана большая работа для того, чтобы выборы прошли более совершенно. На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией, выражена уверенность в дальнейшем укреплении связей.